Привет всем, телефон Sony G7 CDMA. К сожалению, поломанной одной штучки нету. Болты уже крутилась, пытались ремонтировать. Все, восстановлению не подлежит. Сейчас покажу, что внутри. Берем микрофон. Здесь берем динамик. Берем верхний динамик, разъем для наушников. Ну, здесь немного КМ-ок. Бескорпусных. У антенны только два кончика позолоченных. Круги позолоченные, КМ-ки, разъемы, кварцевые эти, чипы. Позолотка, чипы, КМ-очки мелкие, разъемы тоже позолотка. Это танталовый, с черной, с серой полоской. Здесь позолотка. В этом телефоне поломано колесико. Оно крутится, но не нажимается. Вот почему оно еще тоже не работает. Все, всем спасибо.